giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Ну что, повесила я капрон вчера, наконец-то. Кстати, доброе утро всем. У меня Катюша лежит уже, все, мы проснулись, умылись. Повесила здесь три капрона. Получается, в серединку. То есть это на последнюю линию, да, где висит. И вот здесь вот по бокам белые. Здесь у меня такая, как... голубоватые, а по бокам белые получились. Вот. Так что вот так вот как-то вот. Так свежо. Прям так я не вешала ни разу. Вот именно в таком формате. Так что вот так. Супер. Все. Вчера так оставили здесь стремянку. Здесь у меня гладильная доска. В общем-то все стоит. Потому что вчера уже было поздно. И знаете, так вот я ее маленько сложила и оставила. Вот. Так что сейчас будем кушать. Сейчас, наверное, сделаю ей кашу. И будем есть кашу. Да, Катюш? Да. Сегодня у нас 20. Так, получается, какое? 25 августа. Ой, нет, 26. Сегодня суббота же. У нас просто непередвинутая вот эта вот штучка. Суббота у нас уже все. Кстати, погода у нас... У нас вчера такой сильный дождь был. Вообще. Ну, а сегодня, видите, даже еще асфальт кое-где сырой. Прям молния, гроза была такая сильная-сильная. Вот так. Ну, сегодня, наверное, пойдем погуляем. А не знаю, может быть, до ленты дойдем, потому что детям на тетрадки там докупить. Ну, именно старшим. Гошу я полностью уже собрала, как бы все купила. Вот. Что, моя хорошая? Тут же такое большое у нас. Она прям вообще, она очень подросла. Прям вообще. Говорят же, за лето дети прям вырастают мгновенно. Так и у нас получилось. Да? К педиатру мы еще не ходили. Надо было идти к педиатру, но у меня тут немножечко Маша приболела. Приехали с санатория и, знаете, наверное, ну, смена климата, скорее всего, все равно, как бы, хоть и недалеко они ездили, но тем не менее. И у нас немножко отсрочка была от педиатра. На осмотр мы не ходили, но Маша к врачу ходила. Ну... Что, будем кушать? Кушать хочешь? Будешь кушать? Кушать будешь? Ты кушать хочешь? Ты кушать хочешь? Так, ну что, девочки, Катя уже накормила все. И хочу показать вам такой тортик. Вчера... Ты что хулиганишь? Вчера Ваня стряпал блины, и у нас начинка получилась сметана, сгущенка, сливки сгущенные и джем. По-моему, у нас какой он был? Клубничный. Вот. В общем, сейчас отрежу и покажу в разрезе. Так, ну что, девочки, давайте покажу вам. Вот так вот он в разрезе получился. Очень такой пропитанный. Вот так. Пока я вчера вешала шторы, и Ваня тут занимался у меня кулинарией, в общем-то, выпекал блинчики. Мы и так блинчики поели со сметанкой. И, в общем-то, вот так вот у нас получилось. Вот. Так что у меня проснулась Маша. Показывать ее не буду. У меня кофе, у Маши чай. А Катя я уже накормила, видите, она уже счастливая, довольная. А мальчишки еще спят. Мы последние денечки гуляем на улице, и скоро в школу. А кто-то поступил куда? Колледж. Все, мы поступили, все, сейчас ставлю вам небольшой фрагмент, как мы уже подготовились, как он будет именно, ну, как
какая форма у них там будет. Так, ну что, вот мы готовы уже в колледж. Все, мы поступили. Кто спрашивал, мы поступили на лечебное дело. Вот. Так что все хорошо, все, мы готовы. Халат, шапочка, все. Халат у Вани был, так как он поступал в 10 класс в медицинский, у него был. Купили шапочку. И в целом вот такой вот образ получился. И вчера еще мы забрали кроксы. Забрали кроксы, потому что в колледже все ходят в сменная обувь, это кроксы. В общем-то, на Валберес заказала за 2030 рублей, по-моему, они стоили. Вот, он, вот такие вот. А, ну, кстати, знаете, вроде бы оригинал в Спортмастере такие 5000 стоят. Вот, так что вот так. Ну, а мы гуляем на улице, и что мы? Мы хотим зайти в Пятерочку купить арбуз, потому что ярче мы заходили, они там были мега огромные, два лежало, и, ну, как бы мы не съедим такой большой. Вот. Саша у меня на работе, и мы, в общем-то, ну, вышли на улицу, потому что у нас все это время были дожди, холодные, буквально вот второй день у нас, ну, потепление. Вот, и мы гуляем. Так. Мы уже полностью приготовились и к школе, и к колледжу, все, все приобрели. Вот необходимое. Так что покажи. Всем привет! Всем привет! Ребята! У Кати настроения что-то нет. Всем привет! Покажи мне. Чего ты? Покажи. Это, вот сейчас это отдали меня. Ну что это сейчас? Вот смотрите, какое сейчас. И, допустим, да, ну, когда видео досмотрите, посмотрите видео, ну, где я к первому классу подготовлюсь. И посмотрите, какое раньше было, какое сейчас. Иду уже во второй класс. Так, ну что, мы купили арбуз. Сладкий? Что, не очень? Ладно, сейчас будем пробовать. И сегодня я буду вешать штору, наверное, здесь или у себя в комнате. Потому что у меня тут смена штор идет. Сейчас покажу вам. Повешала у Маши шторки в комнате. Все свежие, чистые. Прям все хорошо. Так, надо включить свет, наверное, может быть. Вот. И... у мальчишек в комнате тоже я повешала шторы. Здесь вообще не было у меня гардины. Просто рулонная штора была. Вот, так что теперь мы со шторами. Ну и со шторами, знаете, как-то все-таки уютнее в комнате. И как-то комната совсем смотрится по-другому. Вот. В общем-то, вот так у нас теперь такая красота. Так, девочки, показываю наш ужин. Сегодня Ваня готовил, у меня старший сын. У него получился рис, как на суши. И мясо он по-особенному приготовил. Там и сахару получается, чеснок, и крахмал. В общем-то, получилось очень-очень вкусно. Так что желаю всем приятного аппетита. Девочки, пришли мы с магазина. Ходили с Машей в магазин, ходили в Ленту. Нужно было кое-что из тетрадок Маши докупить. Я в течение лета Гоши там, ну, канцелярию всякую разную понабрала. Ну, так заходила где-то тетрадки, где-то, ну, что-то вот так подкупала. В общем, в принципе, у него все уже есть. Но Маше нужно было тетрадки, ручки. Вот, так что купили. Сейчас вам покажу. Так, ну что, пока мы ходили, Ваня тут кушать приготовил. Приготовил лапшу с фаршем. Ну, по-флотски, наверное, вот так будем говорить. Вот, еще хлебушка здесь у нас уже тоже почти остыл. Потому что я уходила, я его вытаскивала из духовки. Вот. Катю посадили в шезлонг. Катя с нами ездила, гуляла.
Уже у нас темно на улице, ну вот мы только вернулись. Так, ну давайте покажу, что купили. Купили каши, потому что каши мы вот такие едим, я уже, наверное, говорила вам. В принципе, нам нравится, никакой аллергии ничего не вызывает. Каши мы, в принципе, едим такой фирмы, и прекрасно, все замечательно. Взяла именно с грушей, с бананом. У нас есть овсяная, вот открыли мы буквально на днях, очень ей хорошо тоже понравилось. Ну, вот. Взяла вот такие еще. Так, взяла майонез по 149 рублей, капусту. Завтра буду борщ варить, завтра Саша приезжает с вахты. 2 килограмма сахара. У нас, девочки, дома сахара нету, представляете? Сахара нету по той простой причине, что мы 2 дня ходим, и в Ярче нету сахара. Но в связи с тем, что сейчас идут, наверное, соленья, варенье, вот эти все, буквально сносят сахар прилавков, и ну, у нас был дома комочками сахар, вот как-то так и мы эти дни, а тут вот в ленте, думаю, возьму 2 килограмма. Вот, можно было и больше, но, знаете, машины нету, на руках как бы 2 килограмма пока хватит. Взяла помидорки вот такие вот сливовые, вроде как они, вроде так называются. Так, это с Ярче, сметана, 2 литра молока. Ну, это мы забегали, потому что хотели купить в ленте молочку, но там молока не было. Все тоже, видать, выходные, и как бы вот так. Взяли сосиски молочные по 320 килограмм. Тут пачка вытянула 400 с чем-то. Тут кило 200, по-моему, кажется так. Вот. Дальше перец. Это мы берем мельницу, потому что мы прям пользуемся активно вот таким перцем, нам нравится. Авокадо взяли, он на, по-моему, рублей 100 почти вытянул. Ну, так. Так, дальше бананы взяли. Так, что еще? Ну и из канцелярии Маша себе взяла вот такие тетрадки, биология всякие, геометрия. Ну вот такие вот тетрадки по 19 или 90, или ровно 19. Взяли белый кардон. Вот не помню, покупали мы Гоши белый кардон или нет. Ну, пускай будет, ладно. Все равно в течение года кардон нужен. И он, по-моему, 40 с чем-то рублей. Ну, и взяли ручки. Ручки разные взяли. И Ване нужно будет ручки с собой дать. Да и в целом ручки у нас летят. Я вам хочу сказать, этого будет совершенно мало. Потому что Гоша у нас весь первый класс прогрыз ручки. Вот дам новую ручку, говорю, не грызи, он приходит, вот все изгрызет, понимаете, вот так вот. Ну и все, в принципе, вот такие у нас были покупочки, вот и все. Катя нагулялась. Катя! Катя увлеклась ногой своей. Вот. Ну и все, в целом, все, больше ничего мы не покупали. Ну и, знаете, на руках тоже кое-как донесли, еще кое-что в коляску клали, так что вот так. Так, ну что, девочки, повешала я шторы. Все, здесь еще нужно будет погладить белье, в общем, все убрать. Вот так вот получилось. Все чистенько, все хорошо. Наконец-то я закончила с этими шторами, просто вообще. Вот. Так что вот так получилась такая чистота и красота. Помыла окно, ну, не стала ничего снимать. На балконе стекла все сегодня помыла. В общем, сегодня весь день занималась вот помывкой окошек. И ну, гладить надо, потому что шторы очень такие широкие. У меня одна портьерка 2,5 метра шириной. Это получается 5 метров. И вот это вот тюль. 6 метров, представляете, это все надо было отгладить, повешать. Ой, вообще, короче, вот как-то так. Девочки, мы купаемся, у нас вечерние процедурки такие. У нас, кстати, нет до сих пор горячей воды. И мы воду греем. Катя.